Ну что ж, привет. Ты еще помнишь? Помнишь девочку, любившую тебя так сильно, насколько могла? Вспомнил? Отлично. Та самая девочка, которая всегда была рядом, при любых обстоятельствах, в любых ситуациях. Та, которая смотрела на тебя, как будто ты был ее миром, ее землей, ее жизнью. Хотя, знаешь, так и было. Ты был всем для нее. Тебе нравилась ее наивность, ее глупость. Глупость так тебя любить. Тебе было уютно и комфортно с ней. Напившись и нагулявшись, тебе стоило написать одно сообщение или сделать один звонок, как она уже спешила к тебе. Ведь ты соскучился. Вот она рядом. Ты обнимаешь ее, целуешь мягкие пухлые губы и понимаешь, что ты дома. В такие моменты ты забывал про мир вокруг. Существовала только она. Она была твоим маленьким миром, в котором тебе было хорошо, где ты мог отдохнуть. Она тебе отдавала все. Всю свою заботу, тепло, нежность, искренность, любовь, но не получала ничего взамен. Ей просто нужно было, чтобы ты был рядом. Ты часто оставлял ее, думая, что готов отпустить, что ты уже не нуждаешься в ней, пытался найти новый мир. Но каждый раз ты возвращался к ней, а она, терпя невыносимую боль, прощала, приняв тебя любым. Она возвращается, как весна, и тебе теплее. Да, видимо, ты этим болеешь. Но что же ты наделал? Ты надеялся, что в этот раз ты готов уйти навсегда. А она предупреждала. В конце лишь спросила, уверен ли ты. Потом, может быть, поздно. Ты ответил «да», не зная, на что идешь. Проходит время. Ты свободен. Постепенно ты устаешь. Девушки, которых ты приводишь, обычные пустышки, которые со временем стали вызывать у тебя лишь тошноту. Они не могут заменить ее. Сначала ты этого не понимал, но в каждой искал ее и не находил. Ты хотел написать ей, но что-то все время останавливало. Вот ты сидишь, листаешь ленту, видишь фото, на котором до дрожи знакомое лицо. Присматриваешься. Это она. Она та самая твоя маленькая девочка. В объятиях другого мужчины. Ты замираешь. Мысли прокручиваются в голове, вся жизнь пролетает перед глазами. Ты в панике заходишь на ее страницу и вспоминаешь. Потом, может быть, поздно. Ты уверен? Да.